Портал Gela.ru представляет. Новинка от Couture Creation. Машинка Go Press and Foil для горячего тиснения фольгой. Фольгирование узоров и надписей теперь доступно в домашних условиях. Нанесение возможно на различные материалы: бумагу, картсток, ткань, ленты, фетр, кожу, чипборды. Итак, что же в комплектации? Нагревательная платформа, работающая от сети, термоковрик, пинцет и фольга двух цветов. Штампы, ножи и фольга продаются отдельно. Для тиснения необходимы металлические штампы-ножи. Приятная новость! Gela.ru представляет такие ножи с русским шрифтом. Есть и другие варианты. Используем для горячего тиснения только специальную фольгу от Couture Creations. Богатый выбор: металлик, жемчужная, радужная, голографическая, цветная. Нагревательная платформа присоединяется к основе машинки с помощью контактов. Платформу вставляем в основу машинки до упора и включаем машинку в сеть. Мигающий индикатор означает, что машинка нагревается. Делаем образец. На платформе размещаем нож лицевой стороной вниз. Отрезаем кусочек фольги. Ориентируйтесь на размер штампа ножа. Размещаем фольгу цветной стороной вниз. Добавляем основу для оттиска. В нашем случае это картсток. Если основа тонкая, добавляем слой уплотнителя, например, картон. Закрываем крышку и ждем нагрева. Зеленый индикатор загорелся. Машинка готова к тиснению. Аккуратно снимаем платформу и вставляем ее в отверстие машины для вырубки и прокручиваем ее туда-обратно. Внимание! Пользуемся вырубной машиной любого бренда. Главное – наличие прижимного и прокручивающего механизма. Вынимаем картсток и аккуратно снимаем фольгу. Пинцет в наборе необычный, на нем размещен магнит. Рекомендуем снимать нагретый штамп-нож именно им. Переносим штамп-нож на термоковрик для остывания. Ну вот и все, быстро и просто. Попробуем вместе. Где купить наши товары? Адреса магазинов на портале Gela.ru в разделе «Где купить». Не нашли нужный товар? Можно заказать в магазине, который работает под заказ. В каком магазине купить товар? Теперь на нашем портале Gela.ru появилась кнопка «Товар в магазине». Подписывайтесь на наш канал Gela.ru. Приятного рукоделия!